Здобушка. Месяц желтых ценников. Скидки на булочки, печенье, пряники, пирожные. В магазинах города. Здобушка. Сдобно. Бесподобно. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Сюзанна Искаян. Хотите собрать ребенка в школу и при этом существенно сэкономить семейный бюджет и приобрести все в одном месте? Приезжайте в Игромикс. Здесь вы найдете сотни наименований канцтоваров для успешной учебы, качественные школьные рюкзаки, а также огромный выбор игрушек для детей всех возрастов. При покупке от 1000 рублей до 1 сентября у вас есть шанс получить один из 10 сертификатов на покупки в подарок. Студия спортивного танца «Волшебный мир» объявляет набор в группы. Подготовительная группа «Дети» 3-4 года, «Дети» 5-7 лет, «Дети» 8-10 лет, «Дети» 11-13 лет. Первое занятие бесплатно. Взрослые без ограничения возраста. Город Курган, улица Советская, 108. Телефон 8-912-521-22-22. Партнер рубрики «Прогноз погоды» – кондитерская фабрика «Здобушка». Месяц желтых ценников на выпечку, булочки, печенье, пряники, пирожные в магазинах города. «Здобушка» – сдобно, бесподобно. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду синоптическая ситуация в Зауралье обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусной облачности, небольшим очаговым дождем и повышением температурного режима. В Екатеринбурге плюс 21, плюс 23, в Челябинске плюс 23, плюс 25, в Тюмени плюс 18, плюс 20. Местами возможен небольшой дождь. В Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба. 22 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!